Компания Silicon Power снискала известность как производитель качественных и надежных систем хранения данных, а с недавних пор фирма начала активно осваивать новое для себя поприще – твердотельных накопителей. И ее уже по праву можно назвать достаточно весомым игроком на рынке SSD. Как у компании получается реализовать себя на новом поприще, разберемся на примере накопителя S70. Silicon Power S70 построен на сверхшироко распространенном контроллере SandForce SF2281. В нашем образце объемом 240 ГБ используется 8 чипов Toshiba TH58TEG, 8 DDJBA8C, выполненных по 19-нанометровому техпроцессу. На сегодняшний день этот способ является не только наиболее действенным для снижения стоимости, но и обеспечивает хорошие скоростные данные. Корпус устройства имеет толщину 7 мм, поэтому его можно устанавливать в различные тонкие компьютеры. Здесь Silicon Power S70 показывает впечатляющий результат. При последовательном чтении мы имеем около 520 МБ в секунду. При записи свыше 350 МБ в секунду. Накопитель неплохо раскрывается и на длинных очередях. Файловые и системные бенчмарки оценивают Silicon Power S70 высоко. PCMark 7 указывает на высокую скорость запуска приложений, а Intel NAS Performance Toolkit рисует отличные скорости при обработке множества мелких данных. В общем, для настольной системы такой диск подходит как нельзя лучше. В итоге Silicon Power S70 смело можно рекомендовать для сборки любых настольных систем и обновлений лэптопов. Модель базируется на популярном контроллере SandForce SF2281 и недорогой тоггл памяти Toshiba, что позволяет получить хорошую производительность по умеренной цене.